Уважаемые коллеги, сейчас мы поговорим о том, как направлять на анализы. Больные могут направляться по госзаказу, по договору между организациями, по страховке или в платном порядке. Если анализ направлен по госзаказу, то у больных должно быть две формы направления. Первая форма АПП, которая предназначена для бухгалтерии, и форма 023-3-У, предназначенная для врача-лаборанта. Это очень важно, потому что часто направляют только с бухгалтерской формой, формой АПП. Она совершенно не соответствует требованиям, потому что направление на цитологическое исследование – это особая форма, в которой заполняется нужная для врача-лаборанта информация. И путаница происходит еще и в названиях анализа, потому что в форме АПП могут быть названия, которые соответствуют названиям лабораторным. Ну, например, цитологическое исследование мазка и шейки матки ПАП-тест. Это понятно. Оно одинаковое и в тарификаторе, и в форме 027-3-У. Однако, если же в форме 027-3-У, то есть в медицинской форме, направление на цитологию использует название из тарификатора, вот такое, цитологическое исследование с окраской по Романовскому, Гимзе, Дивквик, Майн-Уинвальду, Грамму, Папенгейму, то такое название нельзя уже в медицинском направлении чисто механически использовать. А это происходит часто. Например, лаборант получает мазок на стекле, и в направлении 027-3-У указано цитологическое исследование с окраской по Романовскому в Гимзе, Дивквик, Майн-Уинвальду, Грамму, Папенгейму. То непонятно, во-первых, из какого органа взят мазок, то есть и, соответственно, по какой форме его описывать, какими из перечисленных методов его окрашивать, то есть одно стекло нельзя покрасить одновременно и по Романовскому, и по Дивквик, и так далее, и так далее. И, наконец, непонятно, какие вопросы ставятся направившим врачом. Но, с другой стороны, если вы, например, напишете именно медицинское название, например, вместо цитологическое исследование с перечнем окрашивания, Романовский, Гимзе, д.д. Вы используете название такое, цитологическое исследование мазка и шейки матки с окраской по Грамму, то для лаборанта это вполне понятная форма, он понимает, что делать и как описывать. Но вас может не понять ваш собственный бухгалтер. Поэтому мы предлагаем писать в форме направления оба названия. Ну, например, значит, вы пишете цитологическое исследование с окраской по Романовскому, Гинзе, Дивквик, Майн-Уинвальду, Грамму, Папенгейму, запятая, а именно. И вот здесь приводите уже конкретное название. Цитологическое исследование вагинального мазка с окраской по Грамму. Такое название будет понятно и бухгалтеру, и лаборанту. Для платных больных мы выдаем на руки врачам-гинекологам свою модификацию формы 027-3-У. Вот она. И здесь используются такие названия. Во-первых, название по тарификатору идет. Направление цитологическое исследование с окраской по Романовскому и так далее. А затем ниже нужно выбрать, что именно вы хотите. Здесь предлагается воспалительная цитология. А для воспалительной цитологии необходимо два окрашивания. По Романовскому, для того, чтобы мы посмотрели клетки воспаления, цитопатические эффекты вирусов и хламидии. И, наконец, мы провели бактериоскопию. Поэтому Романовский и окрашивание по Грамму наиболее уместно. И, как вы видите, из направления можно выбрать либо одну локализацию, например, вагинальный мазок, два метода окрашивания, два, то есть, соответственно, вы берете два мазка на два стекла. То же самое из уретры, два мазка на два стекла. То же самое из цервикального канала. Два мазка на два стекла. И чаще всего доктора назначают комплексное исследование, когда на двух стеклах производится разбивка на три сектора
и, соответственно, на одно стекло для окрашивания по Романовскому размещается три мазка цервикс, вагина, уретра, и на второе для окрашивания по Грамму то же самое. В данном направлении вам нужно просто-напросто будет выбрать именно какой метод исследования вы хотите. Если же вы будете направлять на такие двойные исследования по АПП, то здесь надо будет писать отдельные направления. Ну, по крайней мере, вот эти бухгалтерские направления, что это два мазка, соответственно, должно быть два направления. Если шесть мазков, то, по крайней мере, в бухгалтерской части, там, где АПП воспроизводится, и с воспроизведением названия цитологические исследования, сохранные по Романовскому, Гинзе, Дивквик, Майнблюнгерду, Грамму, Оппенгейму, надо будет 6 таких направлений, никуда не денешься, это бухгалтерия. А в медицинском направлении, 0273У, здесь вы можете написать просто вот такое название, например, комплексное гистологическое исследование цервикальных, вагинальных и ультральных мазков на клетке воспаления, цитопатические эффекты и микрофлору. Что еще? Ну, здесь заполняются данные больного, и форма 0273У предусматривает клинический диагноз и объективный статус пациентки. Соответственно, если вы направляете пациентку только по одной локализации, например, цервикальный мазок, то вы описываете, просто отмечаете, что у этой пациентки из перечня присутствует. То же самое для вагинального мазка. И то же самое для мазка из уретры. Ну вот та информация, которую я хотел вам предоставить по заполнению форм направлений. То есть нужно помнить, что форма АПП это не медицинская форма, она для бухгалтерии. И она не отражает информацию, которая нужна лаборанту. То есть лаборант должен понимать, какой из методов окрашивания, какая локализация, какие у пациента стоят проблем, и тогда будет лабораторный анализ с адекватным описанием и с ответом на те вопросы, которые стоят перед вами. Ну, спасибо за внимание. Следующий раздел мы немножко поговорим о взаимодействии между лабораторией и клиническими подразделениями, то есть как мазки маркируются, как они передаются и так далее.